Здравствуйте, я Бен Джонс. Представляю вам очередной выпуск экономического календаря. Давайте посмотрим, какие события и публикации запланированы на понедельник, 5 января. Первыми в 10:30 вечера в воскресенье будут опубликованы данные промышленного индекса PMI в Австралии за декабрь. В ноябре индекс снова начал повышаться, хотя до этого 3 месяца он был отрицательным. Далее в 1:35 выйдут финальные данные промышленного индекса PMI в Японии за декабрь. По предварительным данным, индекс должен был составить примерно 52 пункта, так же как в ноябре, поскольку объемы промышленного производства и количество новых заказов увеличивались постепенно. В 8:30 будут опубликованы данные промышленного индекса PMI в Швейцарии за декабрь. В ноябре индекс неожиданно понизился на 3,2 пункта. В 9:30 выйдут данные индекса PMI в строительной сфере Великобритании за декабрь. В ноябре индекс достиг 13-месячного минимума, хотя он по-прежнему превышает отметку 50, что говорит о наличии экономического роста. В час дня будут опубликованы ожидаемые предварительные данные индекса потребительских цен в Германии за декабрь. В ноябре рост годового уровня инфляции замедлился из-за значительного снижения цен на энергоносители. В 12:30 после полуночи выйдут данные о торговом балансе Австралии за ноябрь. В октябре дефицит торгового баланса сократился, поскольку объемы экспорта увеличивались, а объемы импорта сокращались. И последними в 1:35 будут опубликованы данные индекса PMI в сфере услуг Японии за декабрь. В ноябре индекс снова начал повышаться, а в сентябре он понизился до 48,7. На этом очередной выпуск экономического календаря подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций вторника. Всего доброго!